Хотел снять видео, но страхи определенные присутствуют. Мужики сидят вот на лавочке. Вроде обычные мужики, не какие-то крутые там обычные там работяги. Но вот надо иногда бороться со своими страхами. Я к чему это говорю? Потому что я приехал сюда на площадку поснимать какую-то вот новую картинку для вас, что-то новое, что необычное, так скажем, для себя. Но я думал, что здесь не будет людей, здесь вокруг люди, там бабушки, дедушки, мамы, папы, и тяжело, действительно тяжело иногда снимать видео, когда на тебя там прямым взглядом сейчас смотрит какой-то мужик и думает, тебе какой-то дебил. Вот. Но вот эти все мысли, когда посещают, их надо выбрасывать сразу, сразу же выбрасываешь и думаешь только о том, что нужно тебе, что нужно, что ты должен сейчас в этот момент снять видео, что-то сказать людям, что ты хотел. И чтобы эти мужики, которые по факту в жизни там ничего особого не добились, никак не могли повлиять на то, что ты сейчас делаешь. Вот и все, там, пацан, который едет, например, на самокате, тоже никак не должен повлиять. Да, он посмотрит, думает, глупый пацан какой-то, что он там снимает, тиктокер или еще кто-то. Вот. Ну, надо просто думать о том, что тебе нужно в этот момент сейчас преодолеть себя по факту. Вот эти вот страхи, которые присутствуют, и все. И оно пойдет чередом. Один страх будет преодолен, все остальные страхи уже постепенно-постепенно они будут преодолеваться с более легким таким воодушевлением, даже я могу сказать. Поэтому все, спасибо.